Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Страстной понедельник, и я хочу поделиться с вами рецептом приготовления пасхальных куличей. Этот рецепт я получила от своей бабушки, и ему уже больше 100 лет. Мы берем 50 грамм дрожжей. Дрожжи нужно залить примерно стаканом воды. Вода должна быть теплая, но не горячая, иначе они не поднимутся. Кладем туда ложку сахара чайную. И примерно ложку муки. Ставим их в теплое место. Обычно я ставлю рядом с плитой, с зажженной конфоркой. И ждем, пока дрожжи поднимутся до верха. Если дрожжи хорошие, рядом тепло, 10-15 минут. Может быть, чуть дольше. Пока дрожжи поднимаются, мы начнем готовить опару. Берем 500 грамм муки. Полтора стакана молока. Дрожжи готовы. Заняло это 15 минут. Теперь мы их немножко перемешаем и добавляем в опару. И туда добавляем четверть стакана сахара. Перемешиваем все тщательно, чтобы вся мука разошлась, комочков в ней не было. Опара замешана. Ставим ее подниматься, так же как дрожжи, в теплое место. Она должна увеличиться в объеме в 2 раза, и тогда можно будет ее заправлять. Пока она поднимается, мы приготовим заправку. Мы начинаем делать заправку для теста. Первым делом мы берем 300 грамм масла, натираем его на крупной терке. Потом это масло мы будем руками замешивать в тесто. Поэтому мы его натрем и оставим стоять в тепле, чтобы оно потом легче замешивалось. Сейчас отставляем масло в сторонку и начинаем готовить основную часть заправки. Начну я с приготовления специй. Чтобы наш кулич был ароматным, мы добавляем в него кардамон, 5 зерен. Ваниль или ванилин. Я предпочитаю класть настоящую. Мускатный орех. И я еще кладу шафран, который делает кулич красивого оранжевого цвета. Чтобы специи хорошо все перемешались в тесте,
я их все вместе размешиваю в ступке, добавляю немножко сахара, который помогает их растереть. Я насыплю в ступку ложечку сахара. Стручок ванили надрезаем вдоль по краешку. Открываем и изнутри выбираем все мелкие зернышки. Зерна кардамона надо почистить. Открываем, там внизу тоже маленькие зернышки, которые мы кладем туда же. По рецепту нужно положить половину мускатного ореха. Чтобы цельный мускатный орех не тереть, нужна специальная терка. Но можно просто купить уже перемолотый мускатный орех, и тогда это приблизительно пол чайной ложки. Шафрана нужно совсем чуть-чуть, буквально несколько ниточек. И все вместе перетираем в ступке. Теперь мы делаем следующую часть заправки. Для этого нам нужен весь оставшийся сахар. По рецепту 1,5-2 стакана. Я решила в этот раз сделать 2, чтобы куличи были немножко послаще. Но все это дело вкуса и практики. Нам нужно 3 целых яйца и 6 желтков. Начнем с желтков. Вот так вот мы извлекаем желток. Два. Оставляю по 3 белка в порции. Если потом будут силы, из них получится очень вкусное безе. 3. Сперва мы их немножко размешаем. Потом добавим сахар, специи, соль. Есть разные рецепты куличей. В этом рецепте ничего взбивать не надо. Мы только немножко все перемешаем до более-менее однородного состояния. Положим соль. Специи. Все готово. А пара наша поднялась примерно за час. И мы теперь готовы замешивать тесто. Вот опара. Выливаем. И все туда выгребаем. Туда же мы добавляем то, что мы только что замешали. Яйца, желтки, сахар и специи. Теперь убираем, нам больше не нужен. На весь рецепт у нас идет 1,5 килограмма муки. 0,5 килограмма мы использовали в опаре. Соответственно, нам нужно добавить 1 килограмм. Я сперва начну мешать деревянной ложкой. А когда тесто будет чуть-чуть погуще, будем мешать руками.
всего, пожалуй, замес теста самый трудоемкий процесс, наверное, самый долгий, потому что тесто должно быть очень хорошо вымешано. Тесто уже стало гуще, я уже буду мешать его руками. Когда мука почти вся разойдется, будем добавлять масло. Когда тесто будет окончательно вымешано, оно должно совсем отставать от рук. Легко. Сейчас, видите, оно очень липкое. На этом этапе тесто уже потихоньку начинает вымешиваться. Оно уже начинает отлипать от рук, но не совсем. Но это эффект временный, потому что когда мы добавим масло, оно станет опять жиже. Так что рано не радуйтесь. Берем масло рукой и замешиваем в тесто небольшими порциями. Я начала печку личи. Примерно, когда мне было 16 лет, когда я начала ходить в церковь. Первые несколько лет мне помогала бабушка, сидела рядом со мной на кухне и контролировала процесс. Где-то года через два я уже стала все делать сама. Мои родные вспоминают, что куличи в семье пеклись всегда. Хотя, конечно, в советское время в церковь не ходили. Но куличи пекли каждый год, кроме войны, потому что войны не было белой муки. Моя тетя тоже вспоминала, что в их семье каждый год в Москве пекли куличи. Только называли его майский кекс. Но она тоже помнит очень хорошо, что в 56-м году ее тетя приносила им настоящий кулич, освященный из церкви, украшенный в красивом белом платочке. Нужно уже добавить все масло. Нужно даже взять кусочек теста и его собрать. Желательно больше никакой муки не добавлять. Даже если кажется, что тесто не вымешивается. Если уж только совсем никак оно не вымешивается, можно чуть-чуть добавить. Но оно и так очень плотное и тяжелое. Чем больше в нем будет муки, тем плотнее потом будут сами куличи. Замечательный способ замесить тесто. Это использование бесплатного детского труда. Давай, иди помогай. Понял, что не могу. Сколько сил хватит, столько миссий. Тесто уже начинает потихонечку вымешиваться. Есть народная поговорка, что тесто на куличи надо ударить 300 раз, чтобы потом гости 300 раз их хвалили. Разы мы не считали, но мы его месим уже, наверное, полчаса. Сейчас я буду добавлять самый последний ингредиент. В куличи добавляют, ну, на самом деле, все, что нравится. Чаще всего добавляют изюм и все остальное по вкусу и по желанию.
Я в этот раз решила положить немножко цукатов и немножко мелко нарезанного миндаля. Сейчас я добавляю изюм. В нашем рецепте 150 грамм изюма. Немножко его замешаем. Все хозяйки добавляют разные ингредиенты. Некоторые добавляют грецкий орех, некоторые ничего не добавляют, добавляют только изюм. Изюма можно положить побольше, конечно, по вкусу, но не забывайте, что вот эти все последние добавки, они тесто утяжеляют. Чем больше таких продуктов вы положите, тем, скорее всего, дольше тесто будет подниматься. Теперь добавим все остальное. Теперь остается только вымесить тесто уже до полной готовности. Из-за того, что цукаты имеют в себе тоже влагу, тесто опять стало немножко прилипать к рукам. Тесто готово, к рукам не прилипает. Мы можем теперь его ставить подниматься. Тесто должно очень хорошо выходиться, чтобы куличи получились пышными. Мы в этой кастрюле оно у нас должно подняться два раза. Мы запомним, где оно сейчас. Когда оно поднимется наверх, мы его опустим обратно туда, где оно было. И так два раза. После этого мы будем раскладывать тесто в формы. И в форме оно тоже должно еще раз будет подняться, прежде чем его выпекать. Пока тесто у нас поднимается, мы приготовим формы, чтобы уже быть готовыми к выпечке. Сейчас я поставлю тесто в теплое место, как раньше ставила опару и дрожжи рядом с плитой. Зажгу немножко газ. В помещении должно быть, ну, хотя бы 25 градусов, не холоднее, чтобы тесто хорошо ходило. Прошло каких-нибудь 3 часа, и наше тесто подошло. Наступило время их раскладывать в форму. Для выпечки куличей можно использовать любую посуду. Жестяные банки, кастрюльки из пластиковых ручек, естественно. Бумажные формы. Мне нравятся вот такие банки, мне кажется, они правильные в пропорциях. Есть у меня еще бумажная форма, но она немножечко низкая. Мы в ней тоже попробуем сделать. Вырезаем кружочек, можно даже чуть-чуть больше контура. Делаем на нем маленькие надрезы. Теперь, прежде чем разложить тесто в формы, нам нужно кружочки намазать маслом и внутренние стенки боковой формы обмазать маслом и посыпать либо сухарями, либо манкой. Берем кусочек масла и мажем. С обеих сторон.
хорошо намазать баночку маслом, я ее немножко нагреваю над огнем, аккуратно, прямо держа в руках. Потом нужно промазать. Если это кухонные баночки для хранения продуктов, у них есть одна неудобная вещь. У них у всех есть маленький ободок выпирающий, а внутри желобок. Этот желобок нужно очень хорошо промазать и потом хорошо просыпать сухарями или манкой, потому что иначе кулич может там застрять, не захочет вылезать. Берем манку или сухари, банку, сыпем манку, досыпаем ее до дна почти, до края, поворачиваем. Манка прилипает к маслу. Лишнее высыпаем. Наша форма готова. Сейчас я буду раскладывать тесто в банке. Вот так вот оно у нас поднялось второй раз. Его опять аккуратненько опустим. Форму мы заполняем тестом на 1/3, и потом еще в форме тесто должно подняться примерно на 3/4 объема формы. После этого можно будет его ставить в духовку. Делаем из теста вот такой примерно колобок и аккуратненько его опускаем, чтобы со стенок не ободрать посыпку, которую мы только что сделали. Теперь мы эти формы с тестом ставим опять в тепло, чтобы они подошли. Бумажные формы я, как сказала, использую первый раз. Мнение интернета разделилось на тему, мазать их или не мазать. Я решила соблюсти ту же самую технологию, также намазала стенки маслом и посыпала манкой. Куличи в формах поднялись. Мы будем их сейчас ставить в духовку. Когда уже куличи начали подниматься, я включила духовку на 180 градусов. Вниз духовки я ставлю поддон с водой, чтобы там была влага. Я поставила печку пониже, куличи высокие. Нужно будет следить, чтобы сверху они не начали подгорать. Я сейчас поставлю, а потом чуть-чуть попозже проверю, можно их накрыть бумажкой для выпечки, если что. Первый кулич испекся. Когда мы проверяем, берем деревянную палочку, втыкаем до конца, проверяем рукой, на ней ничего нету, значит он готов. Теперь его надо очень аккуратно вытряхнуть на бок, не вертикально, а на бок, на мягкую поверхность. Старину выкладывали на пуховое одеяло. Пухового нету, но вот самое толстое мягкое одеяло, открываем простыночкой. И туда кладем кулич отдыхать. Аккуратненько его вытряхиваем. Вот он вылезает весь хорошенький. Бумажка осталась внутри. Ни в коем случае их нельзя ставить вертикально, иначе они осядут. Вот он будет так лежать и остывать. И когда он остынет, завтра мы будем его украшать. Этот кулич в бумажной форме мы его вытряхивать не будем. Оставим его, как он есть, просто положим его отдыхать.
Набачу. А можно я одну звездочку съем? Съешь, съешь. Ну вот мы украсили с детьми куличи. Как видите, у нас получилось 7 средних и 2 совсем маленьких. Для глазури я использую очень простой способ. Белый поварской шоколад. 2 плитки шоколада как раз хватило, чтобы сделать глазурь на этих куличах. Шоколад растапливаем на водяной бане. Наливаем сверху, он очень быстро застывает и красиво выглядит. Весь процесс приготовления, от самого первого шага до последнего кулича, вынутого из духовки, у нас занял примерно 9 часов. Поэтому, если вы захотите повторить этот рецепт, запасайтесь терпением и не бойтесь, все получится.